8 марта 1945 года. 1356 день войны. Войска противника рвутся к Дунаю. Танковые дивизии СС начали наступление в направлении населенных пунктов Аден и Шерегеш. На восточном берегу канала Шарвис немцы потеснили части 63-й кавалерийской дивизии, но были остановлены огнем самоходных артиллерийских установок. Густые туманы серьезно ограничивают действия нашей авиации. В Восточной Померании части 2-го Белорусского фронта начали преследовать отступающую 2-ю немецкую армию. Наши войска заняли город Штольп и продолжили наступление на Лауенбург. 2-й Белорусский фронт в этот день получает из 1-го Белорусского 1-ю гвардейскую танковую армию генерала Катукова для скорейшего завершения разгрома 2-й немецкой полевой армии, овладение городом Данцигом, главным портом Рейха на Балтике. Однако при передаче армии между маршалами Жуковым и Рокоссовским возникает пикировка. Увы, уже не первая в этот завершающий период наступательных операций войны. Международному женскому дню орденами и медалями в СССР награждено более 72 тысяч женщин-воинов Красной Армии. 44 из них удостоены звания Героя Советского Союза. Среди лесозаготовителей Кировской области широкую известность приобрела колхозница артели «Красный зимник» Кельмесского района Екатерина Буровая. За 50 дней работы она выполнила сезонную норму вывозки леса. Колхозница Стахановка организовала образцовый уход за лошадью и до предела уплотнила рабочую смену. Сегодня, в Международный женский день, она взяла новое обязательство – вывести до весеннего бездорожья еще 305 кубометров древесины.